Так, а теперь о наболевшем. Про обрезку. Передо мной Санди Фрайс, кустик. Кустику 3 года. Это европейский саженец был. Что мне в нем не нравится? Однозначно мне не нравится вот эта ветка. Она будет тереться с вот этими веточками, со всеми. И да вот этот мне тоже не очень-то нравится, скажем честно. Если бы мне не брать черенки, я бы вот так обрезала. Прям вот так обрезала. Но поскольку мне нужны череночки, поэтому будем щадящим образом поступать. Так, обрежу. Вот очень хороший прирост вот этот. Замечательный. Обрежу ее повыше. Вот так обрежу. Я стараюсь максимально близко к почке резать. Потом вот этот, вот эту ветку я тоже оставлю. Вот так ее обрежу. Если бы не брать на черенки, я бы обрезала вот пониже. И здесь бы обрезала пониже. Или вообще вот этот вырезала вот так. Так, вот эта веточка серединка. Оставляем. Вот эту. Так, обрежу. Так, обрежу. И здесь тоже вот эти все вниз будут расти. Я их все возьму на черенок. А продолжит у меня габитус куста вот эта вот ветка. Но поскольку череночки, опять же, вот так порежу. И вот это, в общем-то, неплохая ветка. Вот. А вот если бы начинки мне не брать, я бы вот так вот срезала. Вот так или вот так. И все. И были бы вот эти вот 3 каркасные ветки. А получается вот такая каркасяброчка. А в основном, друзья, у меня вот такие все кустики. Нет у меня неказистых. Вот стараюсь сразу правильно формировать. Это Big Green. Весной его обрезала очень коротко на 2 почки. Вот он выдал такие побеги. Сейчас очень просто. Я просто укорочу это наполовину. Наполовину, потому что мне нужен черенок. Это точно Big Green. Она процвела, сортность свою показала. Поэтому я могу на цветение ее на ранне не оставлять. Поэтому буду резать ее. Может, не успеет процвести. Ну, вот это все сразу уберу ненужное, мелкое. Секатор потоньше взять надо. Вот эти сейчас уберу. По периметру уберу на такую высоту. А центральный повыше, чтобы у меня такая была полусфера. Вот самый мой любимый габитус куста. Вот такой. Когда с земли растут. Прям с самой земли растут ветки, потом с них уже начинаешь формировать. Друзья, это металлика. Бедненькая моя металлика. Один куст, который я в прошлом году заносила на выгонку домой. Смотрите, как у него надулись почки. Ой, бедненький, бедненький. То есть она у меня замерла в июле. В июле замерла. Остановилась в росте. И потом вот так вот надула свои почки. Вообще должны, наверное, стартануть очень быстро, как крупнолистная. Вообще ее не буду резать никак, потому что здесь, ну, везде почки, они подают большие надежды. Но вот эту вот высоту срежу и все режу максимально к почке, и ранки я ничем, ну, не замазываю, не брызгаю. Вот, вот такие прям видно, да, что они шишки такие. Когда вот у пандалуса, ну, обычные, да. Так что посмотрим, как она у меня проснется. Должна проснуться. Так, а это Magic Lemon Blanc. Хорошо, я ее сформировала весной прошлой. Буду резать ровно наполовину все. Тут мне даже ни одну веточку неохота убрать на совсем. Ну, то есть на кольцо. Все веточки меня устраивают. Так, опять же, для того, чтобы мне взять черенки, мне нужно ее обрезать не очень низко. Вот так. Даже вот почки не считаю, смотрю, чтобы красиво кустик смотрелся. Но вот которые поменьше, а потоньше, буду немножко пониже, конечно, их резать. Вот так. Блин, ничего не видно.